Ну, а здесь рикошет, который позволяет Локомотиву еще и аут разыграть. Никаноров готовит бисеклету. Вот она! 2-0! Борис Никаноров делает дубль. В предыдущем матче он оформил покер, между прочим. А теперь уже становится самым настоящим лидером бомбардирской гонки. Теперь он отрывается на два мяча уже от оппонентов в гонке бомбардиров чемпионата России по пляжному футболу 2020. Блестяще исполненная бисеклета.